И всем привет, вот мы вернулись в игру. Ох, молния шандарахнула. Короче, потихоньку все идет. Хреново, потихоньку идет. Значит, я остановился лесопилку. Слава богу. Тут у меня аж 3 штуки, отказывается, было. Теперь начали появляться хоть дрова, а то они нам нафигачили же досок очень много. Пока я притормозил производство, то они как дурные шмаляли. Тут все еще я не могу ничего делать, потому что 4 из 25 домов уже улучшились. Вот эти вот уже вышли на второй уровень. Деревца можно бы и убрать. Ну, вроде бы ничего такого не... Это как украшение идет, ну, в смысле топлива. Короче, убираем их. Так, вот здесь почти построили. Здесь немножко лучше стало, вот. Немножко, правда, не дотягивают до... Чтобы улучшить еще, но... Облагораживать все надо им. Вот здесь неужели ничего нельзя поставить? Вот тут вот, вроде как место есть. Украшение хотя бы маленькую. Маленькую. Можно. Одну. А нет, не одну. Ну ставь, что нельзя-то? О, странно, под этим углом не хотела. Так, торговец, торговец, торговец. Я про тебя помню, так. Это ты будешь покупать? Во. Ну нахрен там. Я покупать ничего не буду у тебя, мне... Мне тебе продать бы. Вот мыло. Мыло будешь брать? Или тоже не будешь брать? О, мыло возьмет. Я прям все тебе мыло отдам. Продать. О! Так, коренья у нас, походу, кончились вообще. Кирпич, дерево. Им не надо глина. Нам больше ничего и брать не хочется. Корзины точно не возьмешь? А если подумаешь, не хочет. А покупать я мне ничего не буду. Корешки купить, может быть. Купить. Купить и отправить на склад. Ну так много мне не надо. Слой, у меня столько золота нет, идите баню. Короче, кладбище ширится. Зимой еще 4 медведя прибегало и еле поубивал. Рабочих не хватает, домов никто не строит. Ну, в общем, как все обычно, все как обычно. Базар что-то в запустение пришли. 50 кирпича. Ну, нет у нас кирпича, мы никак не дорастем, блин. Что тебе надо-то? Ебаню. Так, кстати, надо с базара деньги забрать. Аж 480. Все. Все золото. Конформ. О, чик. Нормально. Еще 1200 надо всего лишь. Но! 4 только из 25 домов надо. Домов у нас до хрена, а вот толку, грубо говоря, не очень много. Поставим еще пару жилых домов на будущее. Я вообще-то их раньше не так строил, да? Да, вот это получилось построить хреново. Пожалуйста, перестройте ее на один кубик назад. Такой пустяк. Разобрать дом и перенести на 1 метр назад. Так, вот так, и следующий дом уже не влезет. Лажа. А вот это дерево можно было бы и срубить. Вот это все. И желательно побыстрее. Ну тут уже неплохо так очистили. Один только камень остался. Уже скоро будет поле. Так, тут у нас что? С камней уже почти не осталось. Хорошо.
Это даже хорошо. Очень и очень. Так что вот это надо отменить каким-то образом. Так, и посадить чего-нибудь. Вот это, ребятки, садите. Нам надо мастерскую делать. По пошиву нормальной одежды. Так, о, слава богу, здесь хоть кто-то что-то. Отсюда часто медведи идут. Вот они у нас все время здесь где-то нападали. Так, ну золотишко зато у нас потихонечку. Мало-помалу, но оно все-таки у нас копится. Вот, золотой руды 41. Ее только переплавить надо в слитки. Конечно, мало. Можно было бы, конечно, тебе подкинуть еще хотя бы одного человечка. Или одну женщину. Так, о, вот он Миша. А вот и Миша ходит. Так, нам надо все охотников набирать. Так, я смотрю, у нас еще он улучшается, один дом. Это хорошо. Так, один лучник прибежал. Ты кто такой? Никто, иди гуляй. Ты пока тут потуси. Ждем, пока остальные все сбегутся. Я 4 или 5 взял лучников. Так, а пока не бежали, вот. Уже новенький дом 2 уровня. Забабахали. Так, что скажешь? 5 из 25. Зашибись, блин. Так, вот лучники туда сбегаются уже. Я их уже перенаправил, чтобы они сюда бежали всей толпой. Вот они. Давайте. А Мишку где-то я видел, он туда, он в темноту. В туман войны ушел. Сейчас ждем, пока другие прибегут. Так, а вот и Мишка. Ну-ка, ребятки. Натягиваем луки. И фигачим. О-о-о. У тебя что, стрелы кончились? Ну да. Что ж ты пошел с одной стрелой, дурак? Так, ну давайте уже все вместе тогда, ну так налетайте. Они забьют его. Отлично. Все, рассосались по рабочим местам. Так, люди, говоришь, давай берем. 7 человек, неплохо. Весьма неплохо, дома есть, пожалуйста, занимайте. Он еще даже будущее строится. Тут уже потихонечку началось хоть что-то делаться. Начали камень добывать, свободные руки появились. Яблочки он уже носит. Я поставил еще один склад, потому что здесь склад уже забитый полностью. Нехватка дров, ну, терпите. Вот они, кстати. Новый склад появился. Уже это хорошо. Так, эти ребятки, о, они уже тут неплохо вырубили так. Нам еще рубить и рубить. Как только вот эти появятся, которые здесь, вот. Я бы еще одного человечка подкинул бы. Они начнут вот здесь вырубывать. У нас нет свободной площадки, где можно было, блин, коров этих выпасать. Ну, по голове стада понятно, 10 штук. Ну, хотя, может, одну хотя бы для начала, не? Ну ладно, 2. Одно еще такое, ни туда, ни сюда. Ну, сдвинься. Блин, сохранение. Опять. Тут все вроде работают, но никто ничего не делает. Вот у вас же есть поле, ну выпасайте их. Так, запасов корма 0. Качество корма 3%. Ну, в чем проблема, я не понимаю, что нужно сделать. Время пути, это ладно. Ай, пока площадку, наверное, не подготовят, ни хрена не будет. Так, ну что, там медведи забрали, вроде все забрали, а те убежали. Поселенцы выздоровел, это хорошо. Где-то я, по-моему, расставил здесь компостную яму. Ну тут тоже до хрена надо бревен, а у нас их просто нет. Они, ребятки, рубят, но... В основном все на дрова сейчас начало выходить. Я, наверное, еще одну закрою пока на зиму. А где тут вообще прям закрываем тебя?
минусуем. Не-не-не. Поставь и закрой. Вот так. Так, здесь у нас тоже закрой. Один человек пускай пока рубит дрова. А ты куда это, интересно? Кули дрова. А, рыбки пошла взять на склад. Молодец. И сопилки я все позакрываю, потому что у нас в натуре слишком много дров. Гончарные. Ребятки, наверное, вам так ваток намного, наверное, здесь не надо. Давай-ка. На самом деле, я бы вас трое бы только оставил. У вас их, по-моему, столько хватит. Брюшной тиф, зашибись. Чтобы вас улучшить, надо кирпич. Аж 50 кирпичей. А где его взять, тут кирпич? У нас его и нет. Ой, когда же вы уже построите эту вышку несчастную? Можно здесь... О, так надо приоритет бабахнуть. Ну вот я вижу, хоть камень начали добывать. Уже хорошо. Камушек, камушек. Так, золото. Три человека работают. Давайте я вам четвертого добавлю. Все-таки золотая руда потом рано или поздно превратится в золото. О, зашибись. Ну, серьезно, тушите. А, тут рядом как раз... Рядом колодец, сейчас потушат. Куда ты побежал в этот... В дом? Тушите. О, красавцы, потушили. Поселенец выздоровел. Ну, хорошо, лекарь. Лекарь прям молодец. Или это не лекарь. Это свечный магазин. Ну, тут одного человека, я думаю, достаточно будет. Пускай делать свечки. Хотя, ладно. Давай двоих. Так, вот дом лекаря. Улучшить его невозможно, потому что, опять же, не хватает кирпича. Ну и, само собой, центра города. Так, а тебе не хватает буквально чуть-чуть, да? Чуть-чуть им не хватает. Так, еще улучшить. Ну, серьезно, вот так вот прям можно было бы запихнуть это. Ну, тогда будем дорожки вам делать. Тут нельзя, тут нельзя. А тут можно. Надо улучшать им житие потихоньку. О, тут такая широкая улица будет прям. То, что надо. Почему здесь пропущено? Ну, провтыкал, кстати, здесь почему-то тоже. Возле порога, как раз там, где, как говорится, надо, чтобы было... А там грязь. Золото, конечно, уйдет, но... Нам главное это, цель преодолеть. То, что нам надо сделать. Так, а тут работает кто-то? Ой, а вас там до хрена, ребятки. Давайте втроем поработайте. Так, тут один хлеб печет. И здесь одна печет, хорошо. Сейчас надо двое телегу делать. И пока не особо одна ездит телега. Минусанем тебя. Это что? Ну, коптильня там и так по одному человеку работает. Мылова. Не, мыло пускай варят, мы на нем деньги зарабатываем. Тут у нас чего? А, дровосеки, да, это нужное дело. Обязательно, полная команда. Ну, в школе один учитель. Тут ничего не сделаешь. Так, ребятки, вот... Вы ни одной коровы не произвели еще на свет. В смысле, а у вас там 4 человека. Что вы там вообще делаете? Идите в баню. Я вообще по одному оставлю. Займитесь лучше расчисткой территории. Рубите дрова, вон тут до хрена что надо рубить. Во, камушек пошли добывать хоть кто-то. Что это? Два бревнышка, ребята. 9 есть в наличии. Принесите, пожалуйста.
О, отлично, принесли. У нас теперь лучники будут. Так, подожди, это охрана. Где там украшение? Защита. Им платить зарплату надо в месяц? Стоимость в месяц 5 золотых. Так, и кто там? Да закрути это. Ну, вот сюда я двоих человек поставлю. Пускай двое лучников фигачат. Луки вроде на складе у нас есть. Да, 11 луков, 650 стрел, нормально. Во. Я уже вижу, тут пошли. Так, у нас уже урожай, походу, сделал. Появился. А, отлично, значит, надо строить. Ресурсы. Ткацкий этот, где он там? Доспехи. Мыловарня. Ткацкая мастерская. Во. Ты же ничего, дебафа никакого не наносишь? Нет. Куда бы тебя поставить? В центре города. Не очень умно. Здесь ты не влезешь. К сожалению. Далеко от города тоже неохота. Ну ладно, со склада будет бегать, носить, что делать-то. Досок у нас до хрена. Поселенец выздоровел, это же замечательно. Он без меча, говоришь, бежишь? Ну извините. Мечей у нас пока не... О, смотри. Повылазили. Начали камушек добывать. Зашибись. Так, а что телега опустила вдруг внезапно? Это потому, что я там человека убрал? Ай-яй-яй. Добавим. Извините. Я не думал, что я сгоню с телеги кого-то. Внезапно. Может, она все-таки сядет? Кто-то там, может, подожди, сейчас проверим, где там. Так, она едет на телеге, а вторая должна бежит. Ну, пускай бежит. Опа, консервация уже пошла. А у нас что, соль есть или сахар? Так, сколько у нас берет? О, вот это смотри, дело как пошло. Как людей лишних поубирал. Сразу и строительство пошло. И дрова появились. Ага. Склад забитый, да? Вот это номер. Вот это номер, да. 9 из 25. Ну, это уже... Уже что-то на что-то. Похоже. Так, украшения. Еще вот этих дешевеньких наберем. Так, зелененький где-то я видел, не? Или показалось? Вот здесь еще можно делать. Тоже как бы распространяет. Кто-то из вас может тут улучшаться? Ты посмотри, 28. Ладно, тогда еще делаем. Золото должно приносить что-то, а не просто валяться на складе. Блин, тут уже никуда не втыкнешь. У тебя вот тут такая большая площадка. Неужели нельзя? Да, серьезно? Ну, блин. Ну, ок. А цветочки может где-то посадить? Сразу и цветочки не дают. Так, а сколько цветы хотя бы давали? Привлекательность не пишут, нифига. Че там, родились дети? Кто-то приехал. Отлично. Так, во. Цветочки можно посадить мимо возле этих.
Камень, камень. Нормально. Камень у нас немножко начал появляться, слава богу. День-день камушка добывает, я слышу. Камень валяется. Кстати, иди телега. О! А телегу забрали. А ну-ну-ну, посмотрим. Ну-ка, мадам. Да, она на телеге уже едет, это хорошо. Ты бы подобар... Ладно. А, все, да? Зима уже. Они не успели этот построить. Нифига. Так, появилась, в смысле, внезапно пришла зима. Я поставил, пускай рубят дрова. Это опять у нас, блин, Хьюстон у нас проблема. А тут пеньки, короче, повыковыривали хорошо. Сколько дерева одна такое дает? 7 штук. Долго они такие толстущие, толстенные, они, блин, долго их собирают. Так, а вот здесь вот очистить. Деревья, камни, ягоды, а ну-ка. Вот это можно очистить? Вот валяется, кучу бревен валяется. Нет, только вот эти вот. Интересно, очистка это так, то же самое? Ну да, это то же самое срубят. Кто корзины бросил? Нехватка хранилища для золота, серьезно? Мы такие богатые, у нас уже и золото некуда слаживать. Это базар. Можем сюда золото, конечно, переместить. Можем даже все переместить, ну или часть. Мы же переместили? Или вообще просто не перенесли? Так, ну тогда вот это открываем, раз потратим тогда, значит. Площадь доделаем. Золото у нас как бы есть, пускай его потратят. Странно. Тут как бы написано базар, но, видать, его... Должен кто-то взять физически и перетащить. Золото валяется. А, нафига, говорит, оно надо. Брось его на пол. Что-то камни он все побросали. О, отлично. Так, ребятки, не-не-не. То, что вот здесь вот, пожалуйста. Рубаем. Так, сад не трогаем, а вот это вычищаем. Вот все. Занимайтесь. А вот я вам дам людей. Вот вам обязательно дам, вон бегут уже двое. Припасы несут. Да, они только на работу, как говорится, устраиваются. Надо лучше, больше украшать все, иначе беда. Так, может быть, сейчас поиграемся еще с этими вот. Допустим, одну вот так. Потом... Какие-нибудь вот эти штучки поставим. Так, слышишь ты это? Отъедь. Куда-нибудь вон туда. Так, потом... Это большое, не влезет. Но оно много дает, да? Прям в натуре много дает. Только я куда его воткну-то? Вот здесь вот можно и воткнуть. По 2% даст все. Ой, фигня, прирост. По 3% прям мало. Нет. Было лучше, как говорится, поменьше, но... На побольше. Поменьше, но побольше. Так, это большое. Так, еще одну длинную ставим. Так. Небольшую площадь, пару штучек подкнем. И небольшой садик. Пока вот так будет. Центральную улицу прям надо нормально сделать. Еще один большой. Вот. И здесь еще что-нибудь разнообразное. Допустим, вот эту через одну поставим. И цветочки.
Вот тут и вот тут. А здесь уже не влезет. Ну вот. Центральная улица будет действительно центральная. Надо еще здесь понатыкать. У нас, походу, камня не хватит. Ну, сколько хватит, столько и будет носить. Кстати, вот тут вот можно же цветы посадить, допустим. Сколько она дает? Ну, тут 43 даже. Двенадцатый год начался. Так, а теперь площадь. Там, где базар, там обязательно никаких цветов делаем. Так, вот здесь можно и цветочки посадить. Вот здесь вот две штучки. Что случилось? Брюшной тиф. Опять нехватка дров, да, чтобы ты был здоров. Так, значит, добавляем. А что это вдруг? Мы не работаем. Добавляем еще одного человека. Посмотрим. Ладно, давай еще одного вот сюда. А что здесь? Чик-чик-чик. Дом собирателей. Где твоя зона? А, вон. Ну, уже можешь собирать. Она уже пошла собирать. Молодец. Так, а тут что происходит? Дров, говоришь, не хватает. Ну, терпи, те. Так, о, они уже тут неплохо все вырубили, но еще дофига чего рубить. Ну, рубят потихоньку деревья. Слава богу, дрова появились. Ой, как долго им еще копать и копать. Копаться и копаться. Ну тут что, почему-то работают? А, нет, четверо. А он пятый. Кто, где? Куда? Нехватка пищи. Поселенец выздоровел. Ну это хорошо. Ой, я сейчас золото все потрачу, да? На базар что-то принесли. Это отнесите обратно. В хранилище. А серьезно? Ну ладно. Оно должно быть вон сюда его потратить. Должны. Перелом. Ну, перелом-то такое дело. Так, и что у нас по домам? 10 из 25. Ну, не то, что прям хорошо, но... Но близко. Вот это аж 15 требуется. О, золото. Золото подносит. А дров нифига не хватает. Ничего, будет у нас дрова. Все у нас будет. Я даже тебе одного дам, человечка. У нас вроде немножко людишки добавились, так что вперед колоть дрова. Тут, походу, все нормально. Лучники бегают, охотятся. Промахнулся. Почти убивает с одного выстрела. Так, поселенец выздоровел. Замечательно. Так, у нас торговец приехал. Может, можно толкнуть ему мыло? Так, шубы. У нас шубы, кстати, много. Ты возьмешь? Серьезно? Ах ты ж козел. Не хочет брать. А, корзинки возьмешь? Да твою ж. Или я что-то неправильно делаю? Может, транспортировать это на склад надо? Доски я продавать не буду, ни в коем случае. Ну, а теперь? Нет. И теперь нет. Ну, а что случилось? Налетчики, китить, колотить. Так, надеюсь, они через сюда побегут и им пиздюлей дадут. Так, опять надо хватать всех лучников. Ни черти где, как всегда.
Так, а вот это вот что? У нас тут за кнопочка была вот это вот. Так, улучшить нет. Вот это вот. Что она означает? А, типа всех вовнутрь. Где эти на унолетчики? Так, лучник. Ты же можешь кого-нибудь там чпокнуть с лука своего? А ну-ну-ну. Ты сюда беги. А? Молодец. У тебя что, стрелы кончились, алло? Нет, какого ты спрашивается? Бежишь на них, сломя голову. Опа, получила подсрачник. Где все жильцы? Не знаю, что я сделал, отключи. Налетчики, налетчики. О-о-о, башня начала работать, зашибись. Отлично, минусанули. Так, жильцы, помогаем. Местного разлива. Вот этого фигачим. Минусанули. Так, вижу он еще. Не ломайте нам башню сторожевую. Давай, добивай. Оп, отлично. Всех убили? Или нет? Ух ты, елки. Молния шарахнула. Ой-ой-ой, я случайно нажался. Отпусти всех. А ты куда побежал? Не скажешь мне, вот ты с мечом, у которого нет меча? Ну, может, припасы брать? Не знаю, короче. В общем, куда-то побежала. Может, за дровами ремонтировать башню? Может, и такое. Так, извините, что я вас отвлек. Валите. Давай, расходимся сюда. Молния бьет. Давай, рассасываемся. Во. Занимайтесь своими делами. Так, всех жителей похоронили у нас, да? Уже до хрена, аж 13 человек похоронили. Шарахает молния. Почем зря. Так, вот здесь можно еще улучшить было бы. Наверное, просто площадь сделаю. По крайней мере, вот так вот. Золото у нас есть. Так, ну что там, перенесли хоть что-то или нет? Да хрен там то, что принес. Либо я что-то неправильно делаю, или что, не понимаю. Не купить, не продать. Ничего не могу. Так, а ну, может, там внизу что-то есть? Нет. Сколько домов, говоришь? 10-25. Ну, блин, это еще долго. О, начали камень фигачить, отлично. Вот налетчики. Вот что значит башня. О, по-моему, это принесла и починила, да, дровишки? Да, вижу, пили там. Ты что-то ножку подпиливаешь? Алло. Нехватка мяса. Ну что я могу сделать? Ешьте рыбу. Она подпиливает ножку. Так, прибыли поселенцы, зашибись. Будет рабочая сила. О, кирпичик принесли. Немного, 9, но тоже неплохо. Площадку расчистят, все будет нормально. Надо, наверное, еще один дом сделать. Вот этот вот. Такой вот. Лагерь рабочих. Так, а где она там? В производстве, в хранилище? Нет. В ресурсах. Лагерь рабочих.
Давайте, нам надо производить много ресурсов. Ух, тут позарастало все. Березку убрать. Что там березка делает в саду? Убрать березку. Ну где ты там? Еще натыкать попробуйте я там. Ну вот же она. О, выбрал. Вот еще аж целых две. Срубить. 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 Все срубить, к чертовой бабушке. Она быстро растет довольно-таки. Клац-клац. Камушек добывается, это хорошо. Строителей накинем, чтобы быстрее дело пошло. Кстати, тут есть вода, да. Я думаю, что случилось? Ну, блин. Ну ладно. О, 24. Давайте, ребятки, осталось два раза тыкнуть этим вот. Слава богу, они хоть все по этой земли пособирали. Ну, правда, он еще... Ну, что кинуло-то? Что, говорю, с места нету? Да есть там место. Это не там. Погребы. В погребах тоже место есть. В чем проблема-то? Студенты. Что у нас по доскам? 128. Одного человечка можно. Одного. Не-не-не-не-не. Одного. Пускай пили досочку. Потихонечку. Ну, что у нас проявились? Да? И дрова. Прирост пошел дров. Эти шубы пускай делают, но почему-то шубы мы так и не смогли продать, алло. И кто-то, блин, кто-то принес или нет? Так, гончарные изделия, говоришь? А у нас есть они. Он их не покупает, что ли? Так. Торговец купит этот предмет, но его нет на складе. Он бы и глину купил бы, но его нет на складе. Он бы шубы взял бы, но их тоже нет на складе. Так, на базаре недостаточно золота для пополнения запаса. А, как. Ну, давайте сюда золото принесем. Хотя бы столько. Типа он продает базару, что ли? Я что-то не понимаю, как это совсем, как это работает все. Точнее говоря, не совсем понимаю. Блин, а сколько золота сейчас потрачу? О, смотрю, дома улучшаются. Давайте я вам подкину даже людишек на строительство. Чтобы быстрее дело пошло. Ну, что-то ничего не... Доски как бы есть, взяли да принесли. О, тут строительство началось. Ну, ну, нормально, нормально. Дело пойдет. Постепенно. Ух ты, серьезно? Это еще что ли, или это... Те еще не успели срубить. У меня такое ощущение, что новые появились. Нет. А вот это да. Брать ресурсы, собрать, то есть. Там что-то долбает, копает, ковыряет. Что он там не нравится? Что-то проходит, им что-то не нравится. Что он там не нравится? Там никто не работает. Один человек, и все равно ни одной коровы нету. Запаса корма 0. Ну, зашибись. И у вас то же самое. Ну, как, срубит деревья, так и наш займетесь. Так, можно поступать... Ну так, в чем проблема? Вперед. А, это новое поле, понял. Так, здесь мы будем выращивать... значит, зерно. Вот.
А чё так? Так, подожди. Улучшим продуктивностью. Песочка подкинем. Песочек у нас вроде как был. Вот. Потом, значит, садим. Значит, с это. И что там, горох, может быть? О, хватит. Дальше. Вот это садим два раза. А здесь садим капусту вот. Ну, все, вперед. Занимайтесь, ребятки. Собрать ресурсы. Долго, да, это длительный процесс. Очень длительный процесс. И золото я, конечно, расфигачил. Прям будь здоров. Он уехал, а, блин. Ну, зато золото принесли. Вернись! Жопошник, ну ладно. Уехал, так уехал. Так, вот огромное бревно убрать. Убрать. Еще убрать. Так, на чем мы остановились? Улучшение, улучшение, улучшение. Украшение. Так, тут уже не украсишь, нифига. Можно? Можно. А, блин, не видно ничего. И там нет. Да, блин, я сильно близко дома поставил. Я молодец, конечно. Ну, хотя бы вот так. Там уже назначено. Давайте, стройте, что ли. Камень есть. Камень 40 штук. Только надо делать. И здесь вот никак два камушка не донесут. Что это у нас тут такое растет? Оно стоит на уборку, но что-то как-то... Давайте на приоритетик поставим, что ли. Да, не хватает этих вот. Компостная яма, блин, никак не доделается. А где она, кстати? А вот она. Ну, тут работает человек. Может быть, еще одну построить? Давай еще одну. А где она там? Это не то. Тоже не то. А вот. Компостная. Надо больше. Больше людей будет бегать, потому что много домов, а всем надо что-то возить. И всех... О, смотри, елки-палки, прям коллапс. Тут 18, должно быть 30. Ну, сейчас посадим вам немножко цветочков. Давай тут вдоль дороги. Что ты там нажимаешь на центр города? Нафиг нам тебе надо. Вот здесь вот посадим цветочки. Вот клумба с цветочками. Не влазит? Не влазит. И даже так на углу поставим. Вход в дом будем. Так. Сейчас каждому возле входа поставим плитку. Чтобы было хорошо. Ну, что случилось? А дети родились. Отлично. Ну, строится потихонечку. Потихонечку строится. Домики потихоньку улучшаются. Так, а чё мы не это? Тип еды, говорит, не хватает. Пекарь, кстати говоря. Надо по одному пекарю добавить. Хлебушек, чтоб пекли. Так, а у нас, походу... Подожди. Подожди, подожди. А у нас мельницы нету, да? О, я молодец. Конечно, а с чего это не будет муку делать? Да-да. А я думаю, а что так, где наш хлеб? Какой хлеб? Какой у тебя может быть хлеб, если... Я вот здесь тебя поставлю. Возле кладбища. Ай, блин. Просто неохота близко к домам, потому что это дебаф дает. Ну вот тут и поставим, что.
А где нам брать эти шестеренки? Они у нас вообще есть хоть на складе или нет? Пилы? Нет. А походу их кто-то может должен делать. А кто? Какая мастерская? Так, пекарь. Хлев. Ну, хлеба у нас есть вроде бы, да? Аж две штуки. Ну да, вот они. Му-бу-бу. Вот тут еще долго будет. Но вот уже, слава богу, принялись расчищать площадку. Глядишь, я к зиме не успею. Но дерево свалили. Так, дальше смотрим, что еще не сделал. Что это? Есть садовый участок, как этот есть. Коптильни есть. Сыроварни у нас и нету. Лавка консервации. Этого тоже нет. А вот сюда надо по максимуму строителей накинуть. Пускай рубят дерево. О, кустик срезал, молодец. Вот этих тяжелые инструменты. Подожди, а где... У тебя не случайно тяжелых инструментов? А, блин, не случайно, не специально. Сюда хоть что-то перенесли? Ну, вроде что-то принесли. 110 шуб. Что по камню? Камень есть, добывается. Крысы. У-у-у. Мусор. И крысы завелись. Это плохо. Тут есть домик крысолова, кстати говоря. До сих пор никто там ничего не делает. Давайте-ка на приоритетик поставим. О, закончили эти. Вот еще, кстати, дом. Давай еще туда же. На приоритет, на улучшение пошел. Так, а тебе что не хватает? Пищи разнообразно не хватает. Так, раз у нас пекарей, у нас, в смысле, мельницы нету, закрываем их нафиг. Че не нам... Опа, а что это тут случилось? Вы дураки. Лбами стукнулись. Рассосались. Этот сейчас помрет с голода. Алло, вы серьезно? Я просто не видел, что давно они уже тут, наверное, стоят. Ну беги куда-нибудь. А, еды что ли нет? Там еда есть, а что это? Беги давай, жри. Надеюсь, ты где-то близко живешь. Или он воды попей. Не, на базар бежит. Ну серьезно, на пороге возле базара умерла. Идти колотить. Ну вот он, да. Вот так-то. Шел-шел и не дошел. Ну, горох будет. Ну, зато тут камни вообще прям все выгрызли. А тут 28%. Ну, не так плохо. Уровень сорняков, конечно, до хрена. Их постепенно будет выкорчевывать. Ух ты, 49 минут, уже пора заканчивать. Ну что ж. А что тут у вас? А, вот строятся дома. Так, ну вот домик построился. Прям нормально так. 11. Ой, как это все медленно. Медленно, блин. Все происходит. Вот здесь можно было бы, хотя здесь никто не живет, если не надо. Вот тут надо эти улицы еще обшарпанные, там обшарпанные улицы. Ай, блин. И разнообразия пищи, я смотрю, не хватает, нифига. Есть только один вид. А почему? А фрукты что, не считаются? Ну ладно. А на этом будем заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.